Атабай Ихсан представляет. В одном маленьком городе жили по соседству две семьи. Одни супруги постоянно ссорились, виня друг друга во всех бедах, а другие в своей половинке души не чаяли. Дивилась строптивая хозяйка счастью соседки. Завидовала, как-то не выдержала и говорит мужу: «Пойди, посмотри, как у них так получается, чтобы все гладко и тихо». Отправился тот к соседям и спрятался в укромном уголке. Наблюдает. А хозяйка наводила в доме порядок. В тот момент, когда она вытирала от пыли дорогую вазу, вдруг зазвонил телефон. Женщина отвлеклась, а вазу поставила на краешек стола. Тут ее мужу что-то понадобилось в комнате, и он, проходя мимо стола, зацепил вазу. Та упала и разбилась. «Что будет-то?» – подумал сосед. Подошла жена, вздохнула с сожалением и говорит мужу: «Прости, дорогой, я виновата. Так неаккуратно ее на стол поставила». «Что ты, милая, это я виноват. Торопился и не заметил вазу. Ну да ладно, не было бы у нас большего несчастья». Больно защемило сердце у соседа. Пришел он домой расстроенный. Жена к нему: «Ну что ты так долго? Посмотрел?» «Да». «Ну и как там у них?» «У них-то все виноваты, а вот у нас все правы». Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик. Мир, милость и благословение Аллаха всем нам!